потерял его голову. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай шит, ай шит! Давай, забегай внутрь. Долгая ночка, черт возьми. Мы еще и голодные, как пиздец. А я не могу приготовить пожрать, пока эти мудаки рядом. Я верю, верю, мужик, жрать охота. Ну ты видишь, нас утукуют беспрестанно. Я одного чемодана рядом, понимаете, чтобы его вскрыть. Ну, вернее, как? Может быть, какой-то чемодан рядом и есть. Но я что-то как-то очкую выйти и проверить-то. Я вон одного с трудом завалил. А двое или трое опять меня уволокут к себе в пещерку. А это мне не нравится. Я осторожненько попробую. Еда. Только что. Уже еда есть. Отлично. Кстати, неплохой наблюдательный пункт. Блин, я не могу его достать. Ну лады. Придется оставить себе такой сувенир. Кажется, утырки пришли. Нет. Какая-то бесконечная ночь в этой игре. День, блин, реально короче тут. Это нечестно. Ну, то есть, я понимаю, это survival horror. Терпи. Но я не хочу терпеть. О, мужик куда-то делся. Не, пока вниз я не хочу слазить. Не знаю, вроде как светлеет, но с этой игрой хрен поймешь, это светлеет так. Или просто графика. Опять шалит.
вроде день. Так. Нужно достроить себе это убежище, чтобы в следующий раз сохраниться можно было нормально. Ну, загрузиться в плане. По заверениям счетчика мне осталось еще 9 бревен. Не может не радовать. Вау. А, мне еще нужны головы этих коннибалов. Тут вроде трупы должны быть, да. Одна голова есть, нужно еще две. Ага, вон вижу еще один.
Так, достроим стену. Можно будет поохотиться. Что? Я ж 3 головы взял. Прикольно. Но нет, спасибо. Так, трупы, я вас верю. Сколько я вас верю, давайте найдетесь. Знаешь, всего один нужен. Голова. Забысы. Кстати, время есть. Ладно, идем возьмем. О, кстати, наконец-то. А вот что с дверью делает? Еще одна полежка нужна. А, фак. Ah.
Так, что там про полежку? Ладно, я не могу отсюда выйти, значит, по идее, я не смогу сюда войти. Я надеюсь. Ну да ладно, давайте на этом закончим, а то и так получилось у нас весьма насыщенное выживание. И вернемся в следующей серии, попробуем еще и домик построить, и, возможно, ловушек наставить, и вообще всячески превозмогать. Спасибо за внимание, с вами был Дар.